иллюзии войны. Его формировали, когда страна была в руинах. Бюро Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси 30 сентября 43-го решило создать музей по истории борьбы белорусского народа. Постановление за подписью первого секретаря ЦК Компартии Пантелеймона Пономаренко. В партизанские отряды и бригады уже были направлены радиограммы с просьбой собирать материалы для будущего музея. Они отвоевывали свою частичку земли, и они уже тогда показывали вот эти, все то, что они собирали, все то, чтобы сохранить для будущего. Показайте, какой ценой досталась эта великая победа. Советская армия только начала освобождать Беларусь, а в тылу уже начался сбор партизанских предметов и трофеев. Базой созданного музея по истории борьбы белорусского народа с немецко-фашистскими оккупантами, это первое название учреждения, стала выставка «Беларусь живет», «Беларусь борется», «Беларусь была и будет советской», которая с ноября 42-го экспонировалась в Государственном историческом музее на Красной площади в Москве. Куратором выставки была Елена Аладова, будущий директор художественного музея. Ее же подпись стоит под первыми документами Музея истории войны о перевозе экспонатов с московских выставок, но с пометкой «ИО». Руководство республики выделяет музею одно из немногих уцелевших каменных зданий в Минске. 1 августа 44-го учреждение официально меняет наименование. Становится Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны. Название и сегодня неизменно. Тогда же приступает к обязанностям первый директор Василий Стальнов. Утверждено и первое штатное расписание. Численность сотрудников 70 человек. Среди них 3 экскурсовода, 6 художников, гардеробщицы, военные охранники, столяры и слесари. Город был, по сути дела, разрушен. Уцелело очень мало зданий. И поэтому в том самом здании, которое именно предполагалось открыть музей, на площади Свободы, в Доме профсоюзов, размещались также и квартиры, и общежития для сотрудников музея. Первые экспозиции открыли 22 октября 44 года. Этот день, согласно приказу, принято считать днем открытия музея. Оригиналы документов сегодня хранятся в Национальном архиве Беларуси. Входной билет стоил рубль. Работали с 12 до 16 часов. Выходной понедельник. Кстати, и сегодня понедельник – нерабочий у музея день. Традиция которой вот уже 75 лет. Когда нет посетителей, сотрудники музея, а их сегодня почти 200 человек, не отдыхают. Здесь своя жизнь, которая не видна за закрытыми дверями. Как правило, в понедельник идет работа в экспозициях, добавляются либо заменяются какие-то экспонаты, формируются выставки. Решается множество производственных вопросов, проводятся научно-методические советы. Закупочная комиссия выносит решение о приобретении того или иного экспоната. К моменту открытия в экспозиции в 44-м было более 1200 предметов. Фонды составляли 10 тысяч экспонатов. Это то, что передавал штаб партизанского движения, оружие, знамена. Кроме этого, сотрудники музея вместе с Первым белорусским фронтом направлялись на места боевых действий, в том числе в Берлин. Сегодня фонды музея составляют без малого 155 тысяч единиц хранения, разделены на 30 коллекций. В экспозиции представлена лишь малая часть фондовых предметов, чуть более 3000 экспонатов. Оригиналы, копии и муляжи. Бумага – это самый трепетный материал. Его долго выставлять нельзя. Негативно влияет освещение. А вот оружие – все подлинное, только выведенное из боевого состояния, как того требует законодательство. В оригиналах представлены и боевые награды. В экспозицию попадают только после работы реставраторов. Исключение – звезды героев Советского Союза. Дорогой музейный предмет, коллекционная редкость, поэтому в экспозиции муляжи. А оригиналы в хранилище, двери и решетки, которые закрываются на дополнительные замки. Современное просторное хранилище, где строго соблюдается температурно-влажностный режим, необходимый экспонатам. Ведь новое здание музея возводили уже по современным международным стандартам. Независимая Беларусь единственная на постсоветском пространстве берется за строительство современного музея истории войны. С момента закладки президентом страны капсулы с посланием потомкам, а именно по инициативе главы государства и стали строить новый музей, до его официального открытия прошло 4 года. Столько, сколько длилась Великая Отечественная. Его открывали накануне Дня независимости в 2014-м президенты Беларуси и России. Новому музею Александр Лукашенко подарил памятный меч как символ мужества и доблести солдат-освободителей. С тех пор он хранится в специальной витрине уникальной.
уникального хранилища шкатулки. Сегодня музей – это не только здание на проспекте Победителей, но еще и два филиала – «Остров слез», памятник тем, кто погиб в Афганистане, и Минский укрепрайон Станькова – типовой проект погранзаставы образца 1932 года. Количество посетителей Белорусского государственного музея «История Великой Отечественной войны» ежегодно приближается к миллиону человек. Добрый вечер, уважаемые друзья! Здравствуйте! Сегодня в зале Дворца культуры профсоюзов нас с вами собрало значимое событие в истории нашего государства, в культурной жизни нашей страны. Вот уже 75 лет, как Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны является крупнейшим национальным хранилищем бесценных военных реликвий. Музей бережно хранит память о героизме нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Память – это связующее звено между прошлым и будущим. Из памяти народа мы черпаем силы для новых свершений. Никто не забыт и ничто не забыто. Так было и будет всегда. Музей – не только хранилище святых для нашей памяти реликвий. Это научное, культурный и просветительский центр. Благодаря ежедневному труду его сотрудников мы имеем возможность знать правду истории. Я часто спутывался с ложью, но если чистая тая хранил в ладонях искру Божью, то это Родина моя. На свете все не бесконечно, от океана до ручья, но если что-то в мире вечно, то это Родина моя. Зарю сияет, но
сияя. Yeah.
часовые отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам места в землянке хватало вполне. Нам время текло для обоих. Все теперь одному. Только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все тебе одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Руслан Мазовский. Thank you.
Беларусь, Родина, как мама одна. Каждому человеку дорог свой родной край. Он кажется самым красивым и неповторимым уголком. Мы любим его за то, что мы здесь родились, выросли, сделали первые шаги и впервые сказали слово «мама». И не зря этот год в нашей стране также объявлен годом малой Родины. Его проведение в первую очередь направлено на сохранение и приумножение национального, духовного и культурного достояния, исторического наследия и природных ценностей страны. На сцене заслуженный коллектив Республики Беларусь, фольклорная группа «Купаленко» Белорусской государственной филармонии, художественный руководитель, народная артистка Беларуси Елена Телькова. Thank you.
сюрприз. Прийміть від Купаленки самое шире рішування з урочистим мероприємством і самое сердечное пожадання усього самого найлепшого. З любов'ю до вас, Купаленка. Ой, никого не забудет, я не я. Ой, я Боника, Боника моя.
Уваженька. Наш праздничный концерт продолжает народный ансамбль танца «Радуга» Республиканского дворца культуры профсоюзов. Thank you.
ансамбль танца «Радуга». Музей связывает долгие годы дружбы и сотрудничества с другими учреждениями культуры, а также с творческими коллективами. И они сегодня пришли вас поздравить. На сцене солистка Белорусского государственного академического театра, заслуженная артистка Республики Беларусь Маргарита Александрович. Поздравления на сцене солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, заслуженный артист Республики Беларусь Владимир Громов. Thank you.
таинственной незнакомки. Но это еще не все, подождите. Я еще возьму, у меня просто руки, две руки, и я не смог все взять. И вот этот сладкий торт, и здесь написано Владимиру Громову с 20-летним творческим юбилеем. Поздравляю! Сегодня этот самый день, 20 лет истины. Вот такая любовь. Может быть, об этом и поет наш следующий участник концерта. Встречайте, Алексей Хлестов. Спасибо огромное. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, с праздником. Я думаю, что в этот праздничный вечер должны звучать самые громкие аплодисменты в этом зале, чтобы вы, весь город Минск, слышал эти аплодисменты. Добрый вечер! Избитые сюжеты не про нас. Ромео и Джульетта — все не так, как у людей нормальных, ты и я. Мы пара аномальных, но нам не о чем жалеть. Я точно я сама.
И победе наших народов в самой страшной войне 20 века. И сохраняя память, вы, мои дорогие, этим самым утверждаете самые высокие земные человеческие ценности – мир, веру, добро, любовь и жизнь. Спасибо! Просто как друг другу улыбнемся, а если грустно, то вы...
артистка Беларуси Ядвига Поплавская. Будьте здоровы и счастливы. Будьте долгие и радостные. До встречи. Спасибо. На сцене Анна Степанкова, детская образцовая студия «Кляксы» и студия сценического мастерства «Новое поколение». Отворил, о подвиге музей заговорил.
небом белорусских деревень, стеной застыл колодца журавель. Пусть в небо чистое смывает обелиск и хорошеет расцветая Минск. И пусть ведет в музей трава, не зарастая никогда. И пусть ведет в музей трава, не зарастая никогда. В круговороте жизни светлых дней мы дорожим историей своей. Мечтаем мы о мире на века, нам не нужна военная гроза. Пусть в небо чистое смывает обелиск и хорошеет расцветая Минск. И пусть ведет в музей трава, не зарастая никогда. И пусть ведет в музей трава, смывает обелиск и хорошеет расцветая Минск. И пусть ведет в музей трава, не зарастая никогда. И пусть течет в музей река, народной памяти река. Память народа, музыка Владимира Воропаева, слова Карины Павловской. Дорогие друзья, а мы еще раз от имени всех участников концерта, от всего сердца поздравляем вас с 75-летием нашего музея. И хотим пожелать энергии, крепкого здоровья, счастья, мира и новых свершений. Цветы участникам концерта от Министерства культуры и спорта.